Мужчина уже почти смирился, но когда увидел, что прячет Анютка, то обомлел. Эта история произошла в Новосибирске. В большом частном доме проживал Миша и его жена Дарья. Мужчина со своей женой уже достаточно преклонного возраста, вырастили детей и жили одни, поэтому завели себе прекрасную британскую кошку Анютку. Кошка была невероятно умной и смышленой. Никогда не делала ничего хозяевам назло и всегда справляла нужду только на улице. Правда, была у нее одна дурная привычка, от которой ее никак не могли отучить. Анютка обожала спать в раковине, да и в целом проводить там все свое свободное время. Даже во дворе дома ей не было так интересно, как сидеть в раковине. Как только не сгоняли ее хозяева оттуда. Закрывали дверь, клеили скотч, душили духами, все без толку. Кошка все равно рвалась в свое любимое место, каким бы оно ни было неудобным для нее. В конце концов пришлось смириться и предоставить раковину для Анютки. Благо на втором этаже находилась еще одна ванна, раковина в которой была даже получше, чем эта. Однажды Миша и Даша решили заглянуть в ванную комнату на первом этаже. То, что они увидели в раковине, очень сильно шокировало их. Оказывается, Анютка настолько полюбила это место, что решила родить там котят. Кошка прятала их в раковине долгое время, а так как сама по себе была пухлой, то ее беременность никто не заметил. Дарья с мужем долго не могли понять, что делать с внезапно появившейся кучей котят в их доме, но в итоге собрались с мыслями и смогли раздать их в добрые руки. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного. И не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.